То есть в зависимости еще от его билда. Ну, посмотрим, что эпилептик выберет на эту карту по билду своему. Как вообще будет ВП играть сейчас? Какая стратегия будет на этот матч у них? Тоже очень интересно. А если дабл-палка, ну да, как бы удачно поиграется. Нападает на Сева, вот это, кстати, должен быть килл сейчас. Вот это должно урона хватить. Криты, Mortal Strike, тычка с Mortal Strike. Нет, не хватает урона, эпилептик реинкарнацию может прокачать себе при необходимости, но пока не вкачивает. Там подходит Сакс, нападает у нас на Ильяс, прожимается Хаунд, Ильяс нажимает Cold Embrace. Почему и на эпилептик не полетел Сумаю, не знаю. Остается Ильяс, это, видимо, что наверняка его забрать. Ну, Ильяса забирают. Блинк, дальше все дела. Там встречается у нас с Нотеллом Virtus.pro. Ну и вот он, эпилептик. Здорово, братка, на. И фиссура прекрасно. На эпилептик на фейзах бежит, если что. Тычка раз, вторую тычку не успевает сделать. Илья задоджил хастомп. В итоге эпилептик. В эпилептик будет еще один фейзы. Нотелл он забирает, ну а здесь минус Ильяс будет. Вот так вот. Не, ну это хорошо на самом деле. Тут, кстати, Топсона поймали, убивает Топсона, нажимается Хаунд, эпилептик может быть телепортик мид бы нажать, Сэй получит Cold Embrace, эпилептик, ты бы очень помог здесь на самом деле, но пока не выезжает эпилептик на помощь, справляется вроде бы сами, кстати, ВП, забирает Нутейла, Сумаил был на хосте, в итоге у нас под вышки убегает, и это 4-3, и 3000 преимущества, кстати, уже у ВП есть, если что, держу в курсе, и нет, эпилептик все-таки остается на линии. Так. Там Топсона могут допилить, кстати, чекранчик. Нет, не хватает много урона. Было близко. Телепорт даже сеп нажимает, у него нету еще Хаслэма. Ставится курса. Худвинг запускает ГПК. Ультимейт, ЛРБ, подкоп по таймингам идеально. Минус сеп, минус Нотейл, минус 2. Вот ВП. OG пытается запушить вышку, пытается найти Ильяса. Ну, кстати, нашли. Но тот на артиберн нажимается Хаунд. И Сумаю пытается спастись. И он спасается в миду. Ну, тут ДМ, то есть драться смысла не будет. А, он вернулся обратно, напал на Ильяса. Там пришел ГПК. ГПК сейчас может просто умереть. Нажимает дринкоил, Себа фокусит. Там еще Себа подошел. Заберу, должны Себа забрать будут. Забирают, но здесь 4 игрока. OG приходит ДМ. ДМ это очень весомый аргумент. ГПК, что по скиллам? Арба есть, нормально. Красный, кстати, Сумаил. Сумаильчик бы добить его, постараться забирает. Неплохо, 9-4. А, приходит сюда Нотейл, да, вот. Не очень хороший разлом, и Нутейла сейчас тоже заберут. Здесь. Напасть, и пока ВП полностью контролирует на карте происходящее, ну и вот врывается OG, залетел Топсон на сейва, Сумаил он забирает очень быстро сейва, там фиссурки, разлом, падают два саппорта Virtus.pro. Это минус саппорта, но ВП бегут. Смотри, на Саксы пытаются догнать его, не получается. Рейдинсон даже HDM. ГПК добивает Сакс, добивает Сакс. Нормально, там Вичблейд дотикал. В итоге вырывается в Топсона. У Топсона Астрал Степ есть, он почему-то пока бегает. И потому что он был под Дринкой, он убивает ГПК с другой стороны. Это размен пока 3 в 2 в пользу OG. Погоня за Себом пошла, Себа цепляют. Нужен стан от эпилептика. Фейзы, стан есть. И килл, даблки вот делает эпилептик. 3 в 3 подрались, пацаны. Там у нас, кстати, драка-то начинается. Да, потратили разлом. Кстати говоря, нажимается Хаум, врывается опять, нападает на сейва. Сейв в итоге под сейвен Ильясом. Ставит с курса, хорошая курса. Очень подкоп по таймингам. Дринкол, Сайлен, все туда. Палец Сумаила в итоге можно забрать Себа минус Себ. Сумаил разрывает Дринкол, минус Сумаил, будет минус 3. Сделали. И что это такое было сейчас? Надеюсь, нормально. Вот, как бы понимаешь, как этот человек может быть ЧСВшником? Только, блин, куда делся этот? Пропал куда-то. Там, кстати, Топсона поймали. Топсон рассыпается. А, на рейтинге? Так на рейтинге, братан, это ж... Ты шо? На рейтинге это... Как Габен завещал своего противника, нужно отхуесосить обязательно. Ты что? По-другому тут и не работает. Кстати, минус Нутейл, минус... Да они просто их уже это, по всей карте дрючат. Тут, кстати, пошли байбеки. Но пацан зато искренне свое мнение говорит, правильно же? Правильно, зато он честный. Мне вот это больше нравится, когда человек честный.
Тут, кстати говоря, начинается драка. Cold Embrace полетел. Сразу сейвит у нас, если что, сейва. Только Ильясова подсейвил. Эхо слэм был, но что-то маловато урона. Сеп фиссурку на сейва хотел постараться убить. Там уже минус Сумаю, там уже минус Нутео, минус Сакса. И Топсона на Сайленс посадили. И OG сдаются. Это 1-0. Да. Это 1-0. ТБ... Ну да, наверное, был бы идеальный пик. Но это OG. Они не ищут легких путей. Что так вот мы их все ждали, а там у нас происходит размен на линию сразу. Кто кого? Давай посмотрим, как это было. Так, напали на эпилептика, я понял. Он под себя бросает на ротоксин, триплой стояли OG. И что ли, OG? И даже ВП разменялись, и даже сейв First Blood забрал, смотри. Переходы в последнее время, это, наверное, главная причина, да? То, что из-за него кого-то кикают все время. Это, наверное, главная причина. Но это все в совокупности вызывает тонну хейта. Но не отменяем ни в коем случае. Так, кстати, торрент пойдет-то? Ой, хорош торрент дема. А крестика нет, но ручка дотыкать просто его постараться. Ручка дотыкать. Хорошо. Все бы забирают. 4-1 за Virtus.pro. Все зависит от International. Тут, кстати, нападает на Себа, крест, ну там первого уровня крест, где-то у нас забивают в миду, Илья с ГПК забрали сейчас Саксу, ГПК до конца пытался драться, но фостик шелт Ильяса прекрасно, в итоге забирают Сумаил, минус Сумаил, и на боте убивают у нас в итоге еще и Нутейла, 7-2 уже на карте, ВП начинает очень классно сейчас на этой карте. ДМ выходит на Нутейла, там будет энчант, тут будет все-все-все-все-все, и... я думаю, что сейф тут уже его добьет сам, да. Ну и ДМ помог ему немножко здесь. Есть еще одно убийство, у них 23-го или 24-го, что в этих числах уже было первые игры квалификации. Так что будем смотреть, прилетает эпилептику, но и травла уже есть вот так вот. И это минус сейп, легчайший вообще минус сейп. Забирают его там, в миду файт начинается, полетела драка, врывается ГПК, ГПК, Ильяс, у него фостикшот имеется нормально, все, ГПК рефракшн появляется, забирается его минус сейв, ГПК зажат, что по регену, регенчик есть какой-то, фостикшот сейчас будет, захилит ГПК, прекрасно, хорошо, и здесь уже ДМ, Топсон торрент по нему не попадает, на ручку можно брать, добирает его, по Сумаилу попал торрент, в итоге крест обратно, корабля нету, ну просто ручка запинать, минус Сумаил, минус Нутейл, минус 3 делают, 13-4, ВП просто. Вообще во все, вообще все возможности свои используют сейчас и уничтожают. У него OG, это 13-4, это 5 уже тысяч преимущества. Это очень классно. Там, кстати, напали на Ильяса. Ильяс прожимает Барови Тайм. Пам-парам-пам-пам. Ну, остается один здесь. Даже Супернову не жалеет, ты посмотри. А прикинь, не убьют, а прикинь. Нажимает Феррик. Нет, досталось таки взрыв Супернова. Там у нас в это время убили Сумаил, избирает Себа. То есть пока команда убивает втроем пятерку команды Virtus.pro, остальная команда ВП забирает просто кора и троечку. На топ здесь Сакса, на Тосика нет, но просто... А, он без Икаруса, кстати. Где Кунка? Крест, ДМ, хорошо. Обратно возвращает Сакса, конечно же, и минус Сакса. Он там даже, знаешь, так красиво, развернувшись спиной к нему, отпускают его. Ну смотри, Супернову дали, ГПК с Эгисом избываем. Супернову взрыв достает вроде бы как. Но как-то... Да не, что OG могут сделать сейчас? Пока OG могут стоять и наблюдать за происходящим, на самом деле. Нутео возвращает обратно, минус Нутео, ЕМП. ГПК зажали, ГПК осторожнее нужно быть, умирает Сакса. Это минус 2, Сакса выкупается обратно в игру, прыгает цепь, нападает на ГПК. Помню, что там есть Эгис, и он живет. Метеор, Топсон, урона мало от Метеора, очень минус Топсон. Даже до Торрента сейчас не дожил. 25-5, это прям супер сильно. Гоним классные кунки, на самом деле, когда быстро гонимчик появляется. Там у нас эпилептик нашел Сумаил в своих лесах. У эпилептика трэвела, в любую секунду он прилетает к своей команде, да. О, еще дабл дэмэдж лежит, смотри, здесь. Ну, пока его вроде... Его видели, вроде. Или нет? Ладно, Себ врывается. Акро вообще ни в кого не попадает. Корабль полетел, Себ больно минус Себ. Ставит Супернову, Супернову сейчас тоже, скорее всего, успеют разбить, потому что Супернова только первого уровня, конечно. Ее разбивает и GG. 2-0, Virtus.pro. Вообще легчайший был КФ. Сколько это он ставил? Коэффициент был на них. 3.45 на 2.0 был коэффициент. Вообще легчайший КФ.